Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. И сегодня у меня обзор копыт. Это Суматра. Помните, какие были нежные зубчики всего 2 месяца назад? Вот теперь уже тут такой лес. Тут Амальфия. Копыта уже на последнем издохе. Так что, скорее всего, я через листья уже об этом показываю. У них пошел тут хлороз. Нехватка питания. Так что на следующей неделе я буду рассаживать все это добро. Скорее всего, пока временно до весны я оставлю это в этом же горшке. То есть я просто вытащу копыта, а детки понатыкают здесь точно так же по кругу и оставлю в этом горшке, потому что места категорически нет. А еще безумная белка, хомяк, продолжает резать копыта, продолжает укоренять. Вот этот вот беляк, это самая моя первая луковица, которая разделилась надвое. То есть у нее пока я вижу только 2 детки растут, вот они. Стадия фолликула у одной уже прошла. Это вот белая пищулька на конце, это уже первый листик. Рядом с ней еще одна деточка сидит, вот прямо у ее основания. Дальше. Вчера я снесла копыта у Мисти. Тоже надеюсь на получение детворы. Что еще тут? Тут у меня в теплице полный беспорядок. Уже не помню, где что чего понаставила. Summertime. Пустил детку после обрезки копыта. Вот луковица там укореняется. Детка вот здесь пока одна. Сорт, судя по всему, не очень плодотворный. Дал всего 1 детку. И самая моя долгая копыта, которая упорно сопротивляется. Корни есть. Все есть. Оно радостно закопалось в грунт. Что-то там показывает, но пока ничего результата нет. В марте я его срезала. Как видите, с марта оно стоит. Живое, здоровое, зеленое. Весело окапывается. Но результата я не вижу. Дальше, что у нас еще из копытного было? Вроде бы все. Из копыт. А, и еще одно. Вот White Amadeus у меня здесь стоит. Копыта самого не видно. Но оно где-то вот тут вот закопано. Вот оно. Посмотрим. Нет, оно не прижилось. Хотя на нем были корешки, но оно не прижилось. А, высохло. Вот так вот и живем. Тут укоренятор с карантином. Сегодня я буду пересаживать вот эту луковицу. Предположительно, это Минерва, но, скорее всего, это клан, потому что эту луковицу я брала в коробке Джуба весной, если помните видео, как я выбирала их в коробке. Вот та самая деточка. Вот она там. Прекрасно нарастила бочка. И сегодня я ее буду пересаживать. А остальное все, как обычно. Растет, цветет, пахнет. Местами землей, местами чем-то не очень хорошим, если бывает какая-то инфекция. Ну вот, тут вроде все хорошо. Укореняется и радует меня. Эту луковицу я скоро вынесу на улицу, у нас ураган. Поэтому все крупнолистные я занесла в дом. Это детки, которые я пересаживала пару недель назад, тут уже вышли. Хорошие листики. Хорошие, крупные, здоровые листья. 15 литров, я думаю, им очень понравились. И у меня опять аллергия. Так, тут уже пошел хлороз. Буду подкармливать на днях. И вот джунгли. Готовимся к зиме.
потихоньку освобождаю места на окнах. Часть гипов будет перенесена в дом, потому что мои карантинки. Вот Apple Blossom тоже надо будет пересадить. Сейчас проверим, какие у него там корни. Этот Apple Blossom я покупала вместе с теми гипиастромами, вместе с Амальфией, вместе с Redline. Тянуть за луковицу пока не хочу. Сейчас посмотрим. Корешков пока нет. Так что, думаю, она еще может немножко посидеть до осени. Плежи еще не укоренился. Вот здесь вот можно посмотреть. Но опять-таки с этой луковицы это салатики. Предположительно, это Autumn. Тоже Autumn Valley. Здесь достаточно воды. Здесь почва глинистая, что она может еще подтянуть себе. Table Dancer пока тоже не дал корешки. В общем, практически все луковицы, которые сидят в таких горшках, они либо уже готовы к пересадке. Вот Sleeping Beauty надо будет проверить. Чем удобны такие горшки, что их можно поднять и посмотреть. Нет, тут корешков нету. Я сужу по тому, как идут себя корни. Если я вижу, что корни лезут из горшка, значит, пора пересаживать. Так. Скорее всего, Папилио пересажу. Хоть он и не любит. Вот тут у меня питомцы завелись. Вот. Вот. Спасают меня от комаров. Несколько штук сидят. Скорее всего, мне надо пересаживать Yellow Star. Она была посажена год назад. Этот горшок ей явно мал. И если как-то туда пробраться, проверить те горшки. Но это потом. Клаун тоже плохо укоренился. Естественно, эта луковица тоже. Хотя она и сидит. Я не думаю, что у нее там хорошие горшки нет. Корешки. Корешков нет. Влага чуть-чуть испаряется. Держится оптимальный баланс. То есть такой вот баланс в горшке еще летом терпим, потому что влага все-таки испаряется в горшке, но зимой нельзя допускать застоя воды у корней. Ну и для сравнения, это псевдо-минерва. Вот. Вот такие корешочки. Сегодня я буду ее пересаживать. Можно проверить вот этот. Какое у него состояние. Тут тоже пока ничего. Тут пока чисто. Этот клаун плохо еще укоренен. Хотя нет, корешки уже лезут. Так что вполне возможно, я его пересажу тоже в 5 литров. Пусть растет. Наедает бачка. Клоунов много не бывает. Как и любого красивого цветущего. Это у меня мозаик. Одна из деток. Она тут. Хотя она и была среднего размера. Это та, которая была внизу под копытом. Детки, которые находятся в доме, они крупнее. Не знаю почему. Они где-то вот такого диаметра. Где-то на